кровати. Вот моя кукла лежит. Вот моя кукла. Тут тумбочка. Моя тумбочка. Здесь кровать, на которую я тоже всегда сажусь. Но когда Алик приходит, он говорит, что я на этих кроватях сразу же сплю. Здесь находятся другие кровати. Это мой дом, люстра. Это вещи мне тут оставили, еще мальчики. Кофта как холодно, я не взяла. Ковер, на котором я сижу сюда, расчесываюсь. Это обогреватель, но я им не пользуюсь. Вот вид мой с комнаты. Это умывальник. Прямо возле меня. Комната, в которой купались мальчики. Вот здесь находится столик, за которым я всегда сижу. Рисую, делаю маникюром. Занимаюсь, в общем, женскими делами. Вот здесь статуэтка, которая меня пугает вечно. И дальше тоже статуэтка. Красивая. Теперь выходим на улицу. Это моя дверь. Я закрываю ее. Вот здесь дом. Его строили мальчики. Дальше. Здесь идет фонтан. Беседка, которую я сюда убираю. Машина кончена, которую я сюда убираю. Тут живет Алик. В этом доме. Беседка. Вот эта крыша, окошечко. Тут буду жить когда-нибудь я. Когда все турбазы будут заняты. Вот статуэтки. Вот здесь 9-й дом. Здесь я всегда купаюсь ночью. Так, идем дальше. Вот статуэтки тоже мне очень нравятся. Вот это вообще просто красотка, красотка. А вот этот мужчина. Здесь летний душ, он такой холодный, это просто кошмар. Вот колодец стоит впереди. Вот здесь, в этом доме, жили мальчики рабочие. Здесь будет сауна. Но она будет. Дальше там ничего такого нету. Я туда просто хожу, отдыхаю. Там склад, и там живут свиньи. Две огромные свиньи по 200 килограммов. Нет, там кабан черный. 200 килограммов, две огромные свиньи. Такие вонючие бегают сюда, надо просто пожрать. Беседка. За турбазой находится кафе. Кафе пойдем позже. Вот эта обезьяна страшная на крыше. Ну, в общем, вот это и есть вся турбаза. Вот она. Сейчас покажу себе, чтобы все зацепить, заценить. И вот мой домик. Здесь живу я, одна.